В общем, мы вышли из аэропорта и ищем автобус. Мы приехали достаточно поздно, поэтому спешим на последний автобус, который в 11 вечера уезжает в центр. Сколько он стоит? Ты 6 евро говорил, да, Ром? 6 евро, и мы бежим. Сейчас такси стоит примерно 60 евро. И есть еще, по-моему, поезд или трамвай, не знаю, как называется, там, метро. Он стоит в районе 15 евро, но мы на него в любом случае, по-моему, не успеваем, неважно, пытаемся успеть на автобус. Скажу честно, разобраться не очень легко. Я немного говорю по-итальянски, поэтому я периодически спрашиваю ребят, куда нам идти. Нам говорят, идите прямо, прямо, прямо. В общем, мы идем. Просто мы вышли из аэропорта и идем в самый конец. Не знаю как. Вот вышли из аэропорта и направо. И идете в самый конец. Сейчас мы дойдем. Я надеюсь, мы снимем какое-то очень удачное видео, что мы сели в автобус и как это правильно сделать. Я надеюсь, вам будет понятно. В конце вы выходите из аэропорта, поворачиваете направо, идете до самого конца. Начинаются вот такие вот турникеты и вот такие вот три окошка. Мы про вот эту компанию знали, про эту не знали. Наш автобус. Так мы еще вроде успеваем. И я хотела сказать, что смотрите, вот цены 6, это онлайн. Мы заплатили 8 евро в одну сторону. На самом деле для Рима это очень выгодно. Причем ребята на самом деле очень клевые, потому что здесь уходит на 15 минут раньше. Мы подошли к этому окошку. Она говорит, ребят, не ждите, подойдите к соседям. Я не знаю, конкуренты они или партнеры, но в любом случае мы купили билеты и едем. Вот так вот написано на нашем автобусе. Фьюмичино аэропорт, Римини. Это, по-моему, как стейшн. Уже вылетают языки. Неважно. И вон вот здесь вот находится место, где мы покупали билетики. Ну все, у нас все получилось. И вот, пожалуйста, потому что на самом деле мы эту информацию вообще не могли найти ни на Ютубе, ни в Гугле. Поэтому, пожалуйста, пользуйтесь, ребят. Ну, короче, никакой инфы нет. Как уехать ночью отсюда из Фьюмичино, правильно? Да. Фьюмичино. Рома злой. Night bus. Ну, написано же, блин. Ну, написано же, night bus. И все. Все расписание, все расписано, блин. Почему это ничего нет в этом, в интернете? Я просто не понимаю. Просто, ну вот. Та-дам! Но мы постараемся найти вам информацию и оставить ссылку в описании под видео, чтобы вы могли посмотреть, какие есть расписания, какие есть автобусы, и спокойно уехать из аэропорта в город. Добирались мы, короче, очень сложно. На автобусе мы доехали до вокзала Тримини, но потом начался трэш. То есть из-за того, что мы приехали поздно, метро уже не работало, и поэтому мы живем в районе Ватикана, это в другую, практически через полгорода точно. И нам нужно было найти автобус то ли МА, то ли М1, то ли А1. В общем, я уже не помню точно, потому что мы его не нашли. Там было много-много автобусов. Я даже немножко пыталась говорить по-итальянски и спрашивать у людей, где я могу найти этот автобус. И каждый нам показывал в другую сторону. Поэтому нам пришлось взять такси. Единственное, что благо, что такси у них действительно... Минус, конечно, что нет там Uber, Bolt и тому подобное, но в такси действительно по счетчику все, как бы, скажем так, легально и правильно. Посадка вечерняя нам стоила 7,50 в такси, и дальше вы уже платите. То есть 7,50 просто за то, что вы сели в такси. В принципе, нам поездка обошлась 15 евро, это недорого по меркам Рима. Мы подошли к таксисту, спросили, сколько примерно будет отсюда до вот адреса, да, то есть, понятно, все на пальцах в основном показывали. И он нам сказал, что по счетчику он прям показал, говорит, 15, 16, 17 евро, то есть плюс-минус. Ну, разумеется, когда ты стоишь на светофоре, счетчик не перестает тикать. Вот. Поэтому, если вдруг у вас закрыто метро, вот просто не утратьте силы, едьте на такси. И еще один способ из аэропорта добраться в Рим просто сразу же на такси. Насколько мы знаем, то есть насколько мы проверяли, это в районе 60 евро стоит. То есть, в принципе, 60 евро из аэропорта сразу же в Рим, в ваши апартаменты, без всяких этих пересадок, без проблем и тому подобное, вполне, по-моему, неплохая идея. Особенно, если у вас
едет компания из трех, даже трех человек, да даже двух, уже в принципе получается достаточно выгодно, потому что билет на автобусном стоит 8 евро с человека, плюс 15 евро такси, плюс нервы, которые мы потратили, да, поэтому, в принципе, смотрите, выбирайте, решайте сами. Добро пожаловать в Рим!